Хаюшки и друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам, как установить моды Аден и Шейдера в Майнкрафте Pocket Edition. Собственно, для этого вам придется скачать блок-лаунчер для вашей версии Майнкрафта, после чего перейти в настройки самого блок-лаунчера. Вот такое менюшка у нас появляется. Но, друзья, чтобы работали моды Адена, вы должны выключить безопасный режим, который, скорее всего, будет у вас включен. Ну, может быть, и будет выключен. Но, друзья, если у вашего мода есть текстура, то обязательно залазим в эту вкладку и добавляем его текстуру. Также здесь вы можете установить патч, к примеру, друзья, патч Windows 10, который устанавливается примерно вот так. Вы находите его и просто открываете вот в этом разделе. Собственно, вот сейчас мы его открыли, и идем дальше в Адены. Вот сейчас у меня установлен мод Toolbox, то есть Аден Toolbox. Ну и, друзья, теперь вы можете установить спокойно мод. Ну, может быть такое, что у мода будет собственная текстура, то есть мод плюс текстура, и тогда текстуру не нужно будет устанавливать. Вы просто устанавливаете мод в моды. Собственно, друзья, звучит довольно странно, но все же это так. Идем дальше. Вот в этом разделе вы можете изменить, точнее убрать кружочек, который всем надоедает. Да, просто ставите 0 и нажимаете готово. Но, собственно, я рекомендую его убрать. Почему я рекомендую убрать, я скажу немного попозже. Собственно, друзья, вот эта функция включает Windows 10. Но она сейчас немного не работает, потому что блок лаунчер еще нестабильный. А, это прозрачная кнопка настроек, то есть качественный ключ будет прозрачный. А это у нас темная тема блока лаунчера, то есть будет не белый. Собственно, больше ничего. И почему же я рекомендую убрать это? Потому что, друзья, когда вы создадите новый мир, то произойдет довольно неприятный баг. Поэтому лучше убирайте вот этот нолик. И я всегда играю, друзья, без этого нолика, потому что и вправду произойдет кое-что неприятное. И, собственно, блок лаунчер теперь загружается. И белый экран — это ничего страшного, потому что... мы сейчас установили патч, установили, друзья, мод, и из-за этого блок-лаунчер долго грузится. Собственно, чем больше мод, тем дольше будет загружаться наш блок-лаунчер. Поэтому ничего страшного, если ваш блок-лаунчер загружается около минуты. Ну, собственно, друзья, вот такой урок был сегодня. Ну, а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.